Тема сегодняшнего занятия – перекладывание спичек. Задача – уберите указанное слева от рисунка количество спичек, чтобы осталось указанное справа количество квадратов. Я уже нарисовал 4 картинки, сейчас нарисую еще. Пожалуйста, решайте в тетрадях. Каждая пленочка – это одна спичка. Разумеется, в книжке нарисованы действительно спички, но я не буду вам все это вырисовывать. Кому интересно, посмотрите в книге. Так, ну давайте... Давайте здесь еще одну картинку. Тот же самый квадратик 3 на 3 сложных спичек. Требуется убрать 6 спичек, чтобы остались 3 квадрата. Вот две задачи я вам дал. Кто уже все решил? Нет таких. Хорошо, решайте. Решайте. Что, все? Да. Чтобы остались 4 квадрата. Да. Именно квадрат. Квадрат – это прямоугольник, у которого стороны равной длины. Все, молодцы, решили здесь, да? Очень хорошо. Очень хорошо. Нет, секунду. Требуется решить все. Да, все задачи, когда кто-то решит, тогда начнем разбираться. По одной неинтересно. У кого есть с собой спички, пожалуйста, спички выкладывайте. У кого нет, тоже не беда, потому что вы спокойно можете рисовать в тетради просто отрезочки. Я советую просто на клеточной бумаге спичка – это сторона одной клеточки. И все у вас получится, да? А что кроме одной считается? Не понимаю. Нет, конечно. Нет, конечно. Все, значит, все. Нет, убрать две спички, чтобы остались 4 квадрата. Убрать 5 спичек, чтобы остались 3 квадрата. Никаких торчащих не по делу спичек быть не должно. То есть должна быть такая красивая картинка, да? Конечно, квадраты соприкасаться могут и углами, и сторонами. Могут и не соприкасаться. Да? Я не слышу. Ну, слева указано, сколько надо убрать. Справа указано от картинки, сколько должно остаться в квадрате. Отлично. Выходи, одну картинку покажи. Давайте мы посмотрим. Стоп.
Давайте мы сначала посмотрим на то, что он делал. Убрал вот эту спичку, убрал эту. Эту замечательно. Так. Можно я сначала все-таки посмотрю, правильно это решение или нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть спичек убрал. Господа, а ведь действительно у него три квадрата. Один, второй и третий. Хорошо. Кто это решил? Я. Давай. Так, то же самое. Зачеркнуть, а стирать уже буду я. Так, на третью картинку. Давай, выходи. Выходи, не бойся. Так, зачеркиваешь. Шесть спичек. Все, спасибо. Спасибо. Так, это вот на это, да? Иди, уже пошел. Так, кто хочет эту? Давай. Кто хочет эту? Кто хочет эту? Давай быстрее. Так, кто хочет эту? Выходи, выходи. Так, и наконец, кто хочет эту? Давай, все. Еще кусочек белого там вот. Зачеркивай спички, не стирай, зачеркиваешь. Да, три спички должен зачеркнуть. Садитесь, кто сделал? Что, сделал? Так, сюда. Кто выходил сюда? Так, да. Каждый свою. Так, а я иду проверяю. Спасибо уже. Иду проверяю. Значит, здесь должно было быть шесть спичек убрано. Проверяю. Раз, два, три, так, четыре. 5, 6. Действительно 4 квадрата. Вот. К сожалению, это решение неверно, потому что здесь есть торчащие спички. Я вынужден здесь эти ваши зачетки убрать. Эта задача решена просто. Нет, стоп. Очень хорошо, вот потом. Я сначала пройду по всем картинкам, потом будем разбираться. То есть, итак, сюда нужно человек. Дальше, здесь правильно, потому что я стираю вот эти вот спички, и действительно возникают 4 квадрата. Здесь тоже очень хорошо. Здесь тоже очень хорошо. Вот, молодцы. Так, смотрим. Так, да. Убрали две спички. Убрали вот эту спичку и убрали вот эту спичку. Действительно видно, что 4 квадрата. Тоже замечательно. Так. 4 спички, здорово. 4 спички убрали. И у нас с вами... Так, здесь я четвертый немножко должен поправить. Здесь у нас с вами остались 5 квадратов. Отлично. Так, смотрим здесь. Когда мы уберем все это. Слушайте, я не понимаю, что у нас останется. У нас здесь останется вот такой маленький квадрат, и здесь останется летящая спичка. Нет, эта картинка тоже неправильная. К сожалению, здесь мы тоже ошиблись. Так, значит, господа, у нас теперь две нерешенные задачи. Так, давайте, выходи. Так, на левую, да? Так, и вы на правую. А нет, на левую? На правую. Давай. Так, то же самое. Требуется, мальчик, давай. Береж мел, зачеркиваешь 8 спичек и должны остаться вот туда, там есть. Так, 8 спичек, должны остаться 4 квадрата. А, я понял вашу идею, отлично, у вас все правильно. Все, отлично. Действительно, зачеркиваем центральные и вот эти вот зачеркиваем. Смотрите, получается очень симпатично. Так, я 4 убираю, и здесь я убираю. И здесь я убираю. Отлично, 4. Так, вот что. Все, тоже все делаешь. А, да, тоже симметричная картинка.
смотрите, догадалась убрать здесь из центра 4 штуки. И догадалась убрать здесь 4. Замечательно. Еще можно было подбрать центр. Действительно, некоторые из этих задач можно решить несколькими способами, но это мне сейчас не очень интересно, потому что, в общем, задача-то не хитрая, и ну, здорово, что вы быстро решили. Теперь следующая задача. Положите 12 спичек, чтобы получились 4 маленьких квадрата и один большой. Повторяю. Из 12 спичек выложите 4 маленьких квадрата и один большой. Давайте я напишу условия. Из 12 спичек 4 маленьких квадрата и один большой. Так, решили? Нет, нет, пока не выходите. Другая задача. Из 10 спичек, пожалуйста, составьте 3 квадрата. Так. И еще сейчас будут 3 задачи. Но на этот раз будет не уничтожение спичек, а перекладывание. То есть вы должны будете в первой задаче переложить 4 спички, чтобы получились 3 квадратика. Следующая задача. Переложить. Но на этот раз. Ой-ой-ой, не поставили стоять. Простите меня, пожалуйста. Не туда посмотрел. Я не туда посмотрел. Вот тот же самый квадрат 2 на 2. Переложить 3 спички, чтобы получились 3 квадратика. Так, и наконец такая задача. Значит, из 2 квадратиков снизу и 3 вот там вот, переложить 2 спички, чтобы получились 4 квадрата. На этот раз не убрать, а переложить. Так, вы знаете все задачи? Нет. Ну, нет. Дождемся, когда будут люди, которые знают все. Я понимаю, что многие уже многое решили, но давайте. Молодец, надо эти 3 тоже. Да. 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 Нет. Торчащих спичек в этих задачах не должно быть. Ни в одной из этих задач не должно быть торчащих спичек. Составлена такая вот решетка.
задача убрать 9 спичек, чтобы осталось 0 квадратов. Не переложить, а убрать. А торчащие не должно быть? Торчащие уже могут быть, тут уже не важно. Главное, знаете, это безумно трудно. Тут, когда убираешь спички, то эти квадратики как-то все не погибают. Задача убрать 9 спичек, чтобы не сохранился контур ни одного из квадратов. Не только маленькие квадратики, но и большие тоже не должны этих квадратиков. От знакомых слышал, что в МЦНМО у вас ходит на занятия много людей. Пришли на Малый Мехмаш, поскольку народа не так много, и так далее, и так далее, и так далее. Докладываю. В МЦНМО аудитория, в которой стоит 25 парт. Туда по максимуму садится 50 человек. Она такая длинная, узкая. Действительно, даже если там занимается 40 человек, ну, чаще у меня по воскресенье, например, кто-то занимается народ, то возникает ощущение, что очень много народа. Сейчас, я вот только что посчитал, здесь ровно 70 школьников. И правда ощущение, что никого нет, правда? Ощущение, что народу мало. То есть 40 человек в МЦНМО, ощущение, что ну просто вот какой-то да, огромный митинг. Потому что аудитория маленькая. Здесь удобная, чистая, замечательная аудитория, где по максимуму 150 входит. 70 человек сидит, ощущение, что никого нет. Вот так вот замечательно. В общем, ребят, я, что называется, не устаю восхищаться тем, что нам все-таки дали нормальную аудиторию. Это надо видеть. Так, ну хорошо. Кто хочет рассказать нам эту задачу? Так, давай. Зеленый, давай, приходи. Так, хорошо. Кто хочет рассказать эту? Давай. Кто хочет рассказать эту? Давай. Зачеркни те, которые берешь, и пункти нарисуй, куда их положишь. Надо зачеркнуть. Зачеркнуть спички, которые возьмешь. Не стирать, а зачеркнуть. И нарисовать их новое положение пунктира. А вам все понятно? Нельзя, не садчик собрать. Так, так. Зачеркнул это. Куда их нарисуешь? Понятно, не понял условия задачи. Садись. Надо внимательно слушать условия, ребята. Потому что вы отвлеклись на секунду, не поняли. В результате сидите без них. Так, тоже не садитесь. Нет, все. Я понял ситуацию. Опустите, пожалуйста, руки. Значит, уважаемые школьники, еще раз. Опустите, пожалуйста, руки. Я вижу, что многие решили. Тем не менее, еще раз. Для тех, кто отвлекался, значит, у нас есть 5 легких задач и 1 тяжелая. Легкие задачи. Из 10 спичек опустите руки. Из 10 спичек сложить 3 квадрата. Другая легкая задача. Из 12 спичек 4 маленьких и 1 большой. Дальше. Внимание. Переложить, не зачеркнуть, не убрать, а переложить 4 спички,
чтобы появились три квадрата. Переложить три спички, чтобы получились три квадрата. И здесь то же самое, переложить две, чтобы получились четыре. В этом ничего сложного нет. И есть одна сложная задача. Представьте себе, что вот все эти отрезочки, это спички. Требуется убрать 9 штук. Что, считаешь, что уже убрал? Нет. Вы вообще немножко следите за моей речью. Ребята, ваше желание любой ценой получить свою пятерку здесь не ставит оценок. Зачем это? Вам это в школе страшно мешает. Вы бы весь материал быстро выучили, если бы не вот это вот стремление. Если бы вот у вас жизнь на это не уходила, на трясение уходит. Выбери меня, выбери меня. Значит, повторяю задачу. 9 спичек убрать, чтобы получилось 0 квадрат. Чтобы не осталось ни одного квадрата. Что? Что, про 9? Выходи, зачеркни. Уверен, что неправильно? Попытайся. Четыре. Восемь. Замечательно. Вычеркнули 9 спичек. Остался квадрат размером 2 на 2. Остался вот этот квадрат размером 2 на 2. Требовалось убрать все квадраты. Что, ты тоже решил? Выходи. Пожалуйста, перед тем, как вы будете, покажите соседу. Может быть, сосед найдет у вас ошибку. Потому что иначе у меня слишком много. Покажите соседу, обсудите. Уже 4, значит, зачеркнуто. 5, 6, 7, 8, 9. Замечательно. Смотрите, вы внешний комп вообще не зависит. Здесь есть у вас и квадрат 2 на 2. Требуется, ребят, еще раз повторяю, показать соседу. Показала? Нет. Покажи. Не надо брать. Требуется нарисовать, что ли? Показал ей? Покажи. Что? Потому что вы, к сожалению, когда значок не увидите.
увидите эти квадраты, а так у вас будет больше шансов их увидеть. А можно сделать? Нет, не надо сделать, просто перечеркивай линию. Я сделаю. Так, раз, два, три, четыре, пять, уже шесть, значок, семь, восемь. Когда вы зачеркнете эти спички, пожалуйста, рядом нарисуйте картинку, чтобы были все незачеркнутые спички нарисованы, а зачеркнутые вообще не нарисованы. Садимся, так просто это не делать. Тем не менее, сядьте, нарисуйте правильную картинку. Сядьте, нарисуйте правильную картинку, зачеркнутые. Мне нравится время. Так. Хорошо. Так, какие спички убираешь? Так, эти четыре спички убираешь, да? Замечательно. И до пяти считать не умеешь. Потому что если ты убрал четыре спички, то здесь раз, два, три, четыре, пять. Когда я на месте пытался объяснить, вы не слышали. Надо уметь считать детей. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Замечательно. У вас остался этот квадрат. Я просил вас сесть, нарисовать все, кроме зачеркнутых свечек. Иначе вы никогда ее не решите. Травмишки всегда проигрывают. Надо просто проверить свое решение. Так, давайте сделаем так. Все-таки большинство уже вот это сделало, как я и говорил. Так, кто пойдет рассказывать вот это? Давайте. Да-да-да, приходите. Так, кто пойдет это рассказывать, что хочет? Так, давай. Так, вот эту задачу. Быстрее выходите. Так, ты как что хочешь? Давай-давай. Так, кто хочет под эту рассказывать? Все вышли. Так, кто хочет рассказывать из 10 спичек 3 квадрата? Давай. Да, кто из 12 спичек 4 маленьких и один большой? С камерой, осторожнее. Так, давайте проверять. Все, что мы сделали. Вот эти 4 спички убрал и из них сложил квадрат. Молодец, действительно молодец. У нас появился новый квадрат и остались 2 старых. Молодец, решил. Так, что? Что ты решил? Убрал две спички. Так. Это же не так надо было рисовать. Надо было рисовать это вот так. Понятно? Да, это надо было зачеркнуть. Так, ну что? Не знаю, мне нравится. Раз, два, три, четыре. А нет, не нравится. Вы до пяти считать не умеете. Потому что, когда вы их поставили сюда, то получились пять квадратиков. Нет, я восстановлю картинку, потому что решение у вас неправильное. Вы сделали пять квадратиков, попросили вовсе не пять. Итак, переложить две спички, чтобы получить, что не получилось. Так, что здесь? Так, из 12 спичек, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пожалуйста, тише. Так, это правильно. Из 10 спичек 3 квадрата тоже включать. Молодцы.
Так, я понимаю. Надо смотреть, нет ли здесь квадрата, да? Что? А, ты хочешь сделать? Хочешь сделать, пожалуйста, вот тебе картинка. Так, я проверю пока это решение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Господа, здесь зачеркнуто 11 спичек. Поэтому я даже проверять не собираюсь, есть там квадрат или нет. Зачеркнуто слишком много спичек. Так, а здесь квадрат я могу найти. Вот квадрат, который вы не заметили. Так, все, я все стираю. Так, нет, нет, убрать 9, надо еще продолжать дышать. Так.